есть. Я вот когда-то на форуме каком-то читал православном, сейчас не помню каком, там даже священники, ну, спорили между собой, вот если человек согрешил перед ближним, ну, после исповеди, некоторые священники говорят идти признаться там в грехе этому человеку, а кто-то говорит, не нужно, там, допустим, при любодеянии, чтобы супруг супруги, либо украл когда-то что-то на работе, чтобы руководитель рассказал. Ну вот, как вы думаете, как вообще правильно в таких ситуациях? Так правильно само не грешить. Потому что все эти разговоры идут от того, что душа нерожденная. В первом послании Иоанна, 3 глава, прямо говорится, рожденный от Бога не грешит. Рожденный от Бога не может грешить. А мы не можем без греха обойтись. Значит, первая часть предложения, она против нас. Рожденный от Бога не может грешить. Это никак не вкладывается. Как не может? У него другая натура. Он другое любит все. Это земное он ни во что ставит. Ему это обман, там процент, он ничего это не может делать, ему это противно. И поэтому все остальное отпадает. Исповедь забыл, сказал, там это все. Велами, говорит, по воде писать. Вот что Писание говорит, к этому надо стремиться. А то Серафим сказал, стяжи дух мирный, спасутся тысячи. За 200 лет хоть один спасся? Нет же, потому что вера от слышания, а не от того, что ты мирный дух. Давид говорит, я мирен, но только заговорю о них к войне. Вот и все. Не грешить, молись, чтобы Господь сохранил. Мысли возвел к горнему. Спасибо, Христос. Да, слава Христу. Так, вопросов нет, отхожу.